Друзья, пришел на свой страх и риск во вьетнамскую парикмахерскую. Не знаю, что из этого получится. Не знаю, может, я погорячился, но посмотрим. Интересно, в каждой стране постригусь. What is your name? My name is Carl. What? My name is Carl. И Карл? Карл? Карл. Вот так Карл будет. Yeah. Can I be your star tonight? You fill my soul with Человек просто курит. Его бреет. Пацанам здесь вьетнамским. Смотрите, что сделали. Сейчас я вам покажу. Я считаю, что очень неплохо, качественно и очень круто. Здесь такой барбер такой. Пацанская тусовка здесь. Благодарю тебя, Карл. Супер. Короче, друзья, вот во Вьетнаме все очень хорошо с прическами. Настоящий мастер своего дела. Вот, пацаны тоже учатся. Вот, это будут такие парикмахеры. А сейчас все кайфово. По кайфику. И прическа вроде ничего, да? Как вам? Come on, come on. Вот такая, вот, смотрите. Такая вывеска. Запомните это адрес. Я с вами похожу в парикмахерскую. Hello, my friend! Супер. Вот здесь вот так моют голову. Масса. Вот, видите, парень довольный. Здесь вот еще кудряшки здесь делают, смотрите как. Алло. Это ученики, это Карл, это мой мастер, который сделал, и вот видео продолжает. Короче, здесь такая, по кайфику все. Вот еще одного привезли, да, видите, на подстрижку, и вот адрес. Все, бай-бай. Все, уходим. Новой притчей, только не знаю, сейчас только шлем одену и все, и закончится это. Приходится на байке ехать, не видно. Ну что, все равно получил положительные эмоции.